Ну, а перед просмотром данного ролика хочу вас попросить, чтобы вы подписались на мою группу ВК. Ведь там выходит всякая там информация о дальнейшем развитии моего канала. А также разные мемчики есть. Короче, быстро переходите по этой долбанной ссылке и подписывайтесь на эту гребаную группу. Приятного просмотра. Да вы все точно нахуй убиты. Как ты эту панику пережить? Ладно, все, пошел туда. Спрячься. Выйти мне или не выйти? Хоп. Пиздуй лесом. Пиздуй. А, дверька. Кровяная вся такая. А вы не даете мне в нее войти. Я хочу в нее войти. Можно мне уже идти? Можете перевертить мне искать меня, наконец? Вот. Что ты здесь стоишь? Вот. Лично ты! Что здесь ты делаешь, а? Только не говори мне, пожалуйста, что ты завис и будешь здесь вечно стоять. Ой, бля. Это чё, пиздец? Бля, точно, маскировку же на... Бля, какой же я тупой. О, блядь. О, блин, ну что происходит? Хоп, сама избалённость. Какой он? Хоп. Был бы я менее опытным, решил бы, что ты меня провоцируешь. Па-па-па-ру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 
Что? Откуда я взялся? Как? Что? Что произойдет с моим залазом сюда? Как я сюда мог запрыгнуть? Ёлки-голки. Салем! А что это мы здесь стоим? Прошу вас пойти нахуй. Пожалуйста. Сгинь! Иуда! Пожалуйста, уйди. Ты очень подозрительно здесь стоишь и смотришь на этот... В чем я? Ящик. Пизду и лесом. Будь так добр. Давай. Сюда, вот туда вот. И куда шел, туда иди. Иди, пожалуйста. Брат. Нахер ты по своему товарищу стреляешь, долбоебик? Вы чё, бля? Ёбу дали? Что делаете, люди? Сейчас он прибудет через 30 секунд, написано же было, ну. Вот зачем ты делаешь это? А ты вот куда идёшь? Ёб, твою мать. Вот куда ты идёшь? Вот делать вам нечего, вон поезд уже есть. Немножечко стелся. Прежде чем начать охотиться на дичь, надо исследовать дичь. А чтобы исследовать дичь, нужно ее исследовать. А чтобы ее исследовать, нужно за ней проследить. Узнать ее интересы, а также... Просто, бля, убит нахер, блядь, пидр... Подходите.
Что ты делаешь, чувак? Всегда знал, джедаи рядом с нами. Спрятаться. Хоба! Я мышь. Я суслик. Да-да, пиздуйте лесом. Хопа, ля-ля-ля-ля-ля. Верхний. Так. Ой, случайно. Верхний. Эй, ребята, а что за близости? Не, конечно, все понимаю, здесь свободная страна, но не до такой же степени. Что, ребята, происходит? Ё-моё, а как он его ласкает, твоё... Хоть бы людей постыдились. Эй, ребята, может быть, вы как-то там сделаете с ним? Может, вам помочь? Ой, не-не-не. Ну, вот так бы сразу. Говорю же, людей надо стыдиться. Ой, извращуги, ой. Как я? Что? Как я к нему телепортнулся? Я... В километре от него стоял. Блин, пока я с тобой дерусь, меня еще... Твою мать! Я их всех убил! Из большого города. Ну стой! Ну стоять! Говорить надо! Ты меня не обманешь! Да какого? Вот какого я просто мимо прошел! Да умри ты, скотина! Капец, ты тупо мимо прошел. Давай, стреляемся. Кто? На меня. Поскольку ты не здешний, я дам тебе последний шанс. Да, поблагодаришь потом. А пока что руки вверх. За что? Ты не знаешь, кто потом. Штука. Глухой, что ли, мать твою? Да, да. Я всего лишь поднялся. Да подождите. Да что вы, что у вас соседи, что здесь, какие-то странно относятся к людям, которые пакуют. Сейчас же это модно, ребят. Как так можно себя вести? Бонжур, друзья! В последнее время у меня на канале стали появляться все новые и новые игры. Заметили? И в честь этого я решил... Ничего не делать. Да. Вот такая вот я сука. Ну, а если серьезно, то прошу вас написать в комментариях еще игры, в которые мне стоит начать играть. Если они у меня потянут еще. И если вы вообще хоть что-то напишете... А на этом у меня все. Увидимся еще когда-нибудь. С вами был Смартин и Агент 47. Всем удачи и всем пока-пока. Справишься с девчонкой. Смотря с какой. Что с тобой, чувак? Даже тебе. Что за... Почему он так общается? Я не понятно. Ну, конечно, ну ладно. Какая девчонка? А, сюда встал. Эй, привет, ковбой. Ля... Говорят, ля... Какая...